Сегодня на заседании территориальной депутатской группы Хостинского района было рассмотрено 20 вопросов. Большинство из них приняты. На доработку отправилось предложение по исключению некоторых объектов из плана приватизации. Это помещения, которые депутаты городского собрания Сочи считают нужным оставить для муниципалитета, а не для коммерческой деятельности. Кроме того, были учтены замечания депутатов по условиям предоставления участков для многодетных семей. И 77 участков уже готовы для передачи. Были разработаны план детальной планировки, на основании чего выделены земельные участки под дороги, выделенные под сети, под коммуникации. Новые участки, которые предоставляются, они уже со всеми теми замечаниями, которые были устранены. За счет этого земельные участки уменьшились. На ближайшей сессии депутаты также проголосуют за продление аренды помещений для ряда городских организаций, за выделение средств на ремонт дорог в Хостинском районе и распределят краевые субсидии на детские и дошкольные учреждения.